сегодняшний день по Шекспира, по котельной, у нас выполнен котел номер 3. Мы откапиталили, сейчас идет его утепление. И на следующей неделе подходит еще два котла отремонтированы со знаковых. Это в районе улицы Шевченко, так называемый ресторан «Индия». На территории вот там почти 300 метров был старый и крайне тяжелый участок. Трубы диаметром 1000 миллиметров. Мы его поменяли. Также на улице Чкалова мы заменили участок, там, где почти ползимы у нас было разрытие.